Здравствуйте, дамы и господа. Добро пожаловать на рейс 116 Макрокулус-Алтаса. Спасибо, что выбрали наши железнодорожные линии. Желаю вам комфортной поездки. Приятного пути.
Сычанский горный хребет, Сычанский Mountain Range, горный массив, расположенный на восточном побережье южной части Сан-Андреас, район, граничащий с Тихим океаном на востоке, Санди-Шорс на западе, пустыни Гранд-Сонора на юго-западе, Грейн-Спит на северо-западе и горой Горда на севере. Горная цепь может быть основана на Сан-Хасинто, горной системе, расположенной в Калифорнии.
западе северным Чумашем по каньону Ратон протекает Кэссиджи Крик. Шоссе Синура, шоссе 1 и шоссе 13, автострада, которая проходит через округу Санто-Сан-Андреас. Его южная часть заканчивается на слиянии двух автострад, шоссе Лос-Сантос, шоссе Паламина, на северо-востоке Лос-Сантос. Перевал Брэддока, Брэддок Пасс, небольшая долина, расположенная в округе Блейн, Сан-Андреас, появилась в Grand Theft Auto 5. Она граничит с Палето Бэй на севере, горой Чилет на западе и Грейпси на юге. Шоссе Синора проходит через Брэддок Пасс и разрезает долину на две половины,
дорога с востока на запад идет перевал Брэдека в сторону горы Чириад. В районе есть небольшой пит-стоп, расположенный в стороне недалеко от железной дороги. Пит-стоп содержит завесы.